Дорогие казахстанцы, хочу сказать, что суд перенесен на завтра, 8 ноября. Я всем благодарна за поддержку, за каждое доброе слово, за каждое тенге. У нас умный, добрый и дружный народ. Не надо нас лишать наших конституционных прав и ставить стойло рядом с коровами. Всех неравнодушных жду завтра, 8 ноября 2019 года, 17:00 по адресу город Уральск, 5 микрорайон, строение 12, специализированный административный суд. И помните, нас больше, вместе мы – сила.